Всем привет! Начал опять делать в гараж и в баню совок и опять забыл про вас. Такой вот я единоличник. В общем, сделал вот такую разверточку, нарисовал. Так вот она складывается. Рукой неудобно. Вот так вот, таким образом. И на клепочке собирается. То есть вот такой получается совочек. Небольшой, ну можно хоть какой сделать. Довольно-таки жесткий. Из обычной жестянки, не знаю сколько она, миллиметр. Так, вот. Дело дошло опять до ковки. Приварил вот такой элемент, ручку. Вот таким образом она будет на клепке крепиться. Взявшись, как бы удобно браться, вот, что кто-то скажет, может неудобно. Вот оно вообще как трость. И вот в это место, как бы не знаю как, просится вот что-то, вот какой-то подпор, вот под палец подает большой. Как-то у кого-то я видел, по-моему, у Николая Чернышова, он варит вот такие подшипнички. И вот в это место, сейчас на сквозя просверлю. Опа. На сквозя просверлю вот это место. И поставим подшипник. И с этой стороны, соответственно, электродом троечкой я его приварю. И отверстие заварим и закрасим. Не переключаемся, смотрим, что будет дальше. Так вот получилось. Шарик приварил, маленько почистил, где набрызгало. Горячее еще. Так, что у нас дальше? А дальше идет сверловка. В двух местах обязательно. Потому что будет хлебка, в одном накрутиться будет. И на клепочки посадим. Не переключаемся. Так, клепочником заделаю. Такие вот клепочки получаются. Изнутри вот так вот. Это вот клепки 6 миллиметров. Меньше не было, вот такие вот. И вторую заделаем. Вот так вот, таким образом это происходит. Ах ты, фиксируется пистолет. Готово. Отверстия просверлены. Так вот, в общем, он готов, сам ковшичек. Покрасил ручку. Как красота блестит. Сейчас подсохнет. Будем дальше делать. Так вот, где-то минут 10 уже, наверное, прошло. Подсыхает. Но листики, как всегда, я хочу покрывать. Типа патина, не патина, не знаю, как она называется. Такая эмаль в строительных магазинах продается. Она как бронза, да? Где-то этот цвет, то был написан. Ну, он бронзовый, да, такой. Вот. И много уже что я красил. Вот лесенку вот в гараже есть, видео у меня отдельно. Полочки вот такие различные. Вот такую полочку покрывал тоже. Такой же вот. А, это золотой покрывал. Потом вот такая полочка есть, тоже покрывал, держится, вот где-то я уже занимаюсь год, в феврале будет. Вот такая цветочница, тоже вся в пыли, правда. Вот, покрываю ей, как бы, если кто-то занимается, как бы советую, нормальная штука держится, не реклама, ничего. В общем, если хотите увидеть все эти, то, что вам показывал, конструкции. У меня все есть на моем канале. Подписывайтесь, не забывайте на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сейчас дособираю, высохнет, покажу вам, как бы, что получится в итоге. Так, ну вот запатинировал. Как бы ребрышки прошелся. Шарик. И вот сам листик. Мне нравится, как эта патина выглядит. Красивая.
Ну все, ждем, когда высохнет, собираем. Больше ничего интересного не будет, просто дособирается. Кто хочет увидеть, как в конце получится, смотрим до конца. Ну вот, не совсем еще подсох, поэтому держу за совок. Вот на две клепочки посадил. Вот, в общем плане вот такой совочек получился. Сейчас будем делать второй. Всем пока, не забывайте подписываться на меня.